Всем привет, друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, в первую очередь хочу вас поблагодарить всех до единого, всех зрителей, подписчиков моего канала. Спасибо за ваши комментарии и, конечно же, за ваши лайки и, конечно, подписку. Друзья, я так же, как и вы, люблю простейшие блюда, которые готовятся из простых продуктов. Те продукты, которые у нас есть каждый день в холодильнике. И поэтому я решил поделиться простейшим рецептом, который готовится максимально быстро. Начинаем готовить. Поехали. Я беру 8 картофелин и начинаю нарезать. Нарезаем кругляшками. Сразу отправил сковородку на плиту. Добавляю примерно 2-3 столовые ложки подсолнечного масла. Как только масло нагрелось, отправляем картошку. Жарим на среднем огне 10 минут. Не добавляем ни соль, ни перец, ничего. Просто жарим картофель 10 минут на среднем огне. Пока жарится наш картофель, я начистил чеснок и нарезаем мелко. Можно даже сделать вот так, придавить. Лук пополам и нарезаем перьями. Картофель периодически нужно перемешивать примерно раз в 2 минуты. И, конечно же, друзья, нам понадобятся охотничьи колбаски. Нарезаем также тонко. Крупно нарезать не нужно. Не знаю, как вам, а мне нравится, когда колбасы много. Отправляем лук и чеснок. Буквально 2 минуты для того, чтобы лук помяк и передал свою сладость уже к картофелю. Чеснок даст приятный легкий аромат также картофелю. Через 2 минуты отправляем колбаску. Перемешиваем. Буквально еще 2 минуты обжариваем все вместе. Также нам понадобится 5 яиц. Примерно 1 столовая ложка сметаны. Соль по вкусу, черный перец по вкусу, чуть-чуть базилика и сладкой лепестковой паприки. Хорошенечко перемешиваем. Заливаем. Слегка перемешиваем. Отправил назад на огонь. Сделал огонь минимум. Прикрываем крышкой и оставляем на 10 минут. Теперь нам нужно это все перевернуть. Сверху ставлю тарелку. Переворачиваю. И отправляем назад в сковороду. И опять накрываем крышкой. И в этот раз уже минут 6-7 жарим, выключаем. Наше блюдо готово. Осталось нарезать и пробовать. Жалко не передать через камеру аромат, но это просто обалденный
запах стоит на кухне. Вот такая вот красота получилась, друзья. Ну что, друзья, пробуем. Просто вкуснотень, друзья. Картофель получился нежнейший. С колбаской, конечно, это вообще бомба. Друзья, пробуйте, готовьте, радуйте родных и близких. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем подписываться, кто не подписался. Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Также спасибо за лайки. Всем пока.